друзья, приветствуем. Сегодня 3 ноября, и сегодня Тимофей переместил курятники на стартовую точку, то есть тем самым мы завершили третий круг по нашему пастбищу. Первый круг был начат в этом году 15 мая, и, соответственно, вот за 5,5 месяцев мы сделали всего 3 круга по нашему пастбищу. И сейчас мы хотим вам показать куриный санаторий. Это вот то место, куда мы будем дальше двигаться через 2 дня. Зеленая травка присутствует, у нас еще успевает восстанавливаться травостой, несмотря на очень продолжительный период засухи. То есть у нас практически 4 месяца не было нормальных дождей. Те дожди, что были, они быстро высыхали. Вот недавно прошел дождь на примерно 16 миллиметров. И это уже какой-то нормальный осадок. Сейчас, соответственно, травка начнет потихоньку отрастать, поскольку температуры еще позволяют происходить процессы вегетации. А здесь вот у нас наши курочки сейчас принимают солнечные песчаные ванны, ищут насекомых, ну, в общем, пасутся на пастбище. Некоторые еще там успевают что-то подъедать из кормушек. Вы, наверное, заметили, что некоторые курицы прыгают на месте в воздух, это так они ловят пролетающих мимо насекомых. Так что им всегда есть чем заняться, чем развлечься, что покушать помимо основного базового корма. И, естественно, есть возможность общаться со своими сверстницами, подружками и разминать свои ноги, крылья. То есть они могут летать, бегать, прыгать, в том числе и драться. И такое даже бывает. В общем, у них есть возможность полностью проявить свою натуру.